Да почти все те же самые, прикол-то в том, тут буквально три человека от силы. Вообще не знают этот инст. Резко играть разучились просто. Нет, ну играть не играть. Кто-то может теряется просто, у него в глазах рябить начинает, он в ахуе, что вообще на экране происходит. Куда бежать, куда теряться, ну. Юзали, стань чуть левее. Близко стоишь. Ну просто для саморазвития можно там было перед тем, как вы сюда идете, там на что-то там рассчитываете, чтобы вас одевали, смотреть какие-то стримы, записи других гильдий. Оно присутствует в Ютубе. Просто вводишь Сирус X2, какую-то гильдию там, одну из некоторых. Большинство есть записи. Можете у кого-то спросить, вам ссылку дадут. Я вообще говорю кому-то, кому тяжело тут вникнуть в процесс и как-то самому разбираться и быть РЛом самому себе в первую очередь. А, скажи ему, чтобы он чуть левее встал. Кому ему? Другого. Зачем? Войне, походу. Мне кажется, он близко стоит. А, я думал, вы в кадр там не попадаете, ссылки Не-не-не-не-не-не, просто чтобы он левее встал, он прыгает. Вот где я стою. Стань левее, ты, сука, длинный, блядь. И назад. Данила. Так, я надеюсь, вы не забыли метки, кому тут. Рассасывали, не рассасываемые. Все были готовы, даю отсчет. Ой, ладно. Не сместится Ари на него во время пула. Ты, сука, двигайся. Животное. Если он не понимает. О, хорошая уже повезло. Ну, психопат или что? Так я шучу. Да я просто не понял, что я встал не так. Близко друг к другу. Геру забыли, ладно, мать. Она ты почувствовал, что на станции? Нет. Он тлеет. Как матрас. Когда в него акуру уронили, на список. Все справа трэш ловите, пожалуйста. Бежит на хилок, когда дает. База 5%. Бежали. Орите метку рядом, где пропускают, пожалуйста, если видите. Там рог сдох. Минус рога. Это трусы, трусы. Трусы. Полетели трусы. А, я успел. Все, я двигаюсь с вами. Текст хил. Пока стоим, третью ловим. Все, дальше перебегаем, смотрим. Перебегаем, ворон, перебеги. Смотрим на соседа. Если он двигается, тоже двигаемся. Если вам так, может быть, проще будет. Если вы считать не умеете. Перебегаем. Не анонси, не анонси ничего. У меня все происходит. Смотрим на Хулипала чудненькую рядом. Передвинулись. Словите там, перепрыгните назад потом. Все нормально, нормально. Все. Вернулись за спину босса. И также по кругу. Бьорн. Ресы. Вот как вы умираете, блядь? Когда нету смещения уже после начала каста фазы. Вы специально бежите через центр лужи или что? Ну, Фир поймал до этого, и, ну, типа, последний. И побегал был. Опять Фир, понятно. Я просто не видел.
Надо себе потом дебаф буду этот пить от себя. 2, 1. Берегитесь. Смотреть коров периодически. Трэш выходит. Горит стаунти на себя гварда, если вот можешь слева. Ну все, он на тексте, на вайлднесе. Поменяй сразу после дрэша. Можно подвести вот под этого танка слева, он заберет, наверное. Я сейчас лягу, если что, буду ждать. Мне быстрее. Успеть, лучше просто бегать. Там валик еще висел. Не помогает. Разве? Похуй. 4% фаза, 3. Смотрим на свои метки, уже готовимся бежать. Руга печи. Тут где лужи, вы стоите... Внешней стороны, с внешней стороны круга между звездой и трусами становитесь. Ловить череп? Ну, я зависаю напрочь. Ну, я ты только беги. Отвисла. Да, она в черепе. Я вижу все. Сова, ты вообще не в ту сторону так. Смотришь, кстати. Да похер куда смотреть. Похер куда смотреть, главное по часовой двигаться. Он надо слакать с перебежками. Ну, смотрим. Ну, нормально, у меня под контролем. Смотрим, блядь, внимательно. Я просто сделал камеру сверху и смотрю. Буду пролетать. Двигайтесь. Можете еще запоминать тайминг, на какой секунде вам надо смещаться по касту босса минутному. Еще так можно делать. Все. Будемте живем. Щитан пришел. А у тебя еще нет проходки? У тебя же вроде есть. 4, 3, 2, 1. Ну, у нас тут маунт. 27 пулов. Еще одна перебежка. Берегитесь. А что? А задержка? Да хп нахуярить, просто дебила. Берите босса. Берите кто-нибудь следующий. Заберите кто-нибудь следующий. Так, камушка. Йорна. Заберите кто-нибудь, забери. Порезать просто. Резайте вообще всех. У КСБР. Вот главные люди живые. Йорна, резайте. Я, походу, стеклянная. Я еще и резнула до того, как ты сказал. Дай сюда, ворчик. Доводи их там, посмотри. У нас минус 2. Так, я буду ловить трусы. Так, отойдите, милики, отойдите, милики. За Стрея должен, кто там рядом с ним стоял. Это... Кто сможет ловить по очереди. Слева отводный был. Давай наоборот, ты, короче, туда. Шелдмейден на одну вправо, а я две половлю. Кого я ты... Берну сейчас кого-то, я Берну. Есть... Я Берну посмотрю. Сейчас ты хорошо. Помнишь? Так, я тогда стану слева от Луны. Скоро фаза. Только не умрите сейчас. И дайте мазбаф, как он встанет. Пристас, лапу. Раз. Слева от Луны, вот так, да? Правильно же? Не, что Луной рамбом, да. Не-не, с другой стороны. А кого тут нету? Тут нету одного. АСМП, АФК. АСМП, блядь. Охуительно. Бля, Тодик, вот честно. Вот не, сука. Извини, что оскорбляю, но это пиздец. Это что, серьезно? Чел АФК решил поставить, что ты хочешь. У нас один мертвый, один АФК. Люди еще не познали дзен, чтобы ловить две одновременно. Люди обузят, что ЭП не дают. Кто такой АСМП, первый раз его вижу. Это ваниль, блядь. А,
Дерби хуя, а, блядь, дерби нет. Чё, ебать, попутал, что ли, алё? Давай, короче, проходку купишь где-нибудь. Просто, блядь. Там сова хотела в рейд, возьми сову. Сова знает, что делать? Сова, это БР. Сова сказала, знает, что делать. Где ваш минус? Ты проебываешься с отворотами от двухсекундного коста, то что будет с полсекундным костом? Вообще просто жесть. У нас последняя попытка. Что? Сову надо сумануть. Двор выше гор просто, блядь. Да ладно. Какая у меня метка? Ну или где я? Слева от луны, как смотреть из центра круга. Ближе к рамбу, типа, на один слева, он портал там стоит. Не, я тут стою. А, вот, справа. Да, просто у меня интернет вылетел. Че ты пиздишь, нахуй? В смысле, блядь, пизжу? А почему ты не вылетел с игры? Я не знаю, я не в игре сейчас. Я только зашел, перезагрузил роутер. Вот тут правильно понял. Я тебе, конечно, верю. Ты что думаешь, я, блядь, не перебежал бы или что? Бля, ну это пиздец, ну это просто везение, я не знаю, уровень бог. Вот как еще это назвать? Если у него реально вылетел интернет. Ну я не знаю. Блядь, что, я пиздец, что ли, буду думать? Да хуй вас знает уже, блядь. А ты по голосу. Аналитиком учился. Так а что, я не в рейде даже? У вас есть опыт работы психоаналитиком? Просмотрел тысячи часов фильмов. И он с разбитых фонарей, как там, когда не врут эти, да. Да, да, теория лжи, там вот это все. Пиздец. Ваниль, а вот еще раз у тебя сейчас интернет вылетит. Не должно. Ты нам сруинишь маунта? Ну, дам по одному как каждому. Хрена себе, да. Я больше за маунта даю, о чем ты? Может, ты всем задонишь по маунту какому-нибудь из магазина на выбор? Да не вылез, я не знаю, что за хуйня произошла. Арис Мир, например. Костя, слышишь, если что, могу уступить слот. Стола в рейде есть уже, как бы. Не проблема. Как вы мне дороги, но... ДБМ называется аддон. Да, он просто иногда багается. Там смещается, короче, если он дыхание дает, типа фир должен был дать, но дает в это время дыхание. И тогда фир будет после дыхания обычно. Там есть способности союзника, что-то такое. Да, Ваниль, давай, вот если ты сейчас, короче, еще раз вылетишь... Я не знаю, что я с тобой сделаю, вот серьезно, ну что-то. Да, я не знаю, что за хуйня. Ну, блядь, бывает. Что это? Бывает, часто, ну, бля, бывает, ну как еще, бывает, конечно, бывает. Я же не так часто вылетаю. Ну, понять, простить. А я еще бегу, он сливается, он черный, он стоит там под крылом босса, и я не пойму, и там человека нет, и я вроде бегу, говорит, слева от луны, а там портал, блядь. И это, говорит, между рамбом, точнее, а там портал. Думаю, ну что такое, блядь? Так, но я уже словил, и я не мог прыгнуть, короче, поймать. Так что ГГ, блядь. Ты, блядь, лучше бы сделал, чтобы люди не дохли, нахуй. Ну, люди дохнут, да, это кринж. Вот это реально кринж. Короче, ладно. Просто баф лапу дайте.
Умирайте в этих ссаных лужах перед фазой. Оббегайте их, блядь, по-нормальному, если вы не можете. Прям вдоль меток вот так, к своей. Если очень тяжело вам найти краешек одной лужи хотя бы. А не ловить сразу 4. Короче, ладно, все готовы. Даю отчет. Сначала уже до спавня подвернуть. Буду что-то прям на миликов стоять, смотреть вот тупо вот весь. Даже не филбок. Пока он зрением быстрее. Дайте мне стримы, как не план куда-то. Сейчас мопцы будут. Мопцы сейчас. Сейчас фир будет. Сейчас фир. Что, разрушителя убить сегодня? Я как будто один его убью, не знаю. Он уже начал поставать анфор, я видел. Угу. Хорошо. Фаза 5%. Под лицо лезть не надо. Сейчас. Сейчас фир будет. Отверни от ачивочки, отверни, если бы он не дышит, не вообще. Все, побежали, побежали. Вот он. А что делает? А вы когда лок обратно взяли, сови сказали, куда встать? Слева, квадрат, 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 простите. Слева. Блядь, сова рофлит нормально, нахуй. Сова в центр, пиздани. Ты видишь, что я стою? Не видел. Лови белую, лови белую. Все, вот так и стоим. Что сейчас было? Сова где нашла себе место и кто там не мог встать? Не, мы же ванилю на сову поменяли, сказали ему там. А потом ваниля зашел тоже. За место ворона он должен встать, получается, совой. Да, ворон там стоит. Ворон отошел. Короче. Там, где квадрат, будет свободное место. Вот в это сейчас место. Будет фир. Сейчас будет фир. Да, встанешь. После дыхания будет фирсмен. Вот, фир, фир. Трэш. Мне не сразу же. Ну, РДД, бейте. Арчик, дорогой мой, пожалуйста, молю тебя, пизда. База, сейчас будет фир. Берегитесь. Возле квадрата пусто. Возле квадрата. Слева, слева от квадрата, вот относительно тебя. Слева от квадрата. Нет, нет, левее, правда. Левее, левее, да левее. Ладно. Ладно, ладно, стой тут, все нормально. Все нормально, разобрались.
Бежали. Ля, а кто Hunter Damage съел? Да, перебежали. А, вроде бы поняли, как двигаться, молчу. Получается, 10% АП. Не проанонсили нажать. Все, ушли из-под ебала. На другую сторону хосе переходи, пожалуйста. Всегда. Сейчас будет фир. Фир. После дыхания, фир, смотри, после дыхания. После дыхания. Трэш выходит скоро. Не забывайте меняться. Ты прям можешь где-то вот тут с ними стоять, чтобы там землетрясами их доставать. Сейчас будет фир. Берегитесь. Заберу пока верните, короче. Все, варчик. Бьорн, ресай. Фаза скоро, ресай. Перевели быстрее. Только, блядь, не умрите никто на ужах. Ваниль, скрести пальцы. Да, она так, это хуй знает, что было. Ладно. Просто что-то роутер решил мозги Все, не ловим танк, Кир, пожалуйста. Смотрите сами, я молчу. Кир, берегитесь. Геру можно дать счет. КД 2 минуты. Это ж я дох, я думаю. Бывает, бывает. А, все равно можно дать. Ну, танку бессмысленно. Сейчас фир будет. Как я говорил, куплю маунта за 50к. Продам за 100. Вы уже фотку за 150. О, четки. Бля, прикольно. Сейчас кто выбьет, будет торговаться. Четки.
кстати, да. С полипалом, да. Попробуем на блесте. А ФК хил вот этот туда-сюда. А у тебя нету на холи присти? Да нет, ай похуй, но не особо надо. Ну да, там на самом деле вначале... Не полутают, типа, она больше в бисе лучше заходит, вот эта приня. Нежели когда ты одеваешься. Все, спасибо, просто. Иди мне на мейнспек. Не знаю. Там важнее с ПД апать. А, да, на мейн получается. Да, Морти на мейн. Ты чё, хэпал мейн оставил, что ли? А я ничего не оставлял, я просто, типа, пару раз зашел во второй статик, потому что мне по времени удобно. Ну, мне, типа, и оставили хэпала. И мне поставили и второй статик, что я там, и все сразу, я просто зашел пару раз. Почему у него... Он играет ретриком все время, а у него стоит холик протик, если что. Я не знаю, я ничего не ставил, отвечаю. Ну, это так было, типа, изначально, понял? Но у меня-то все три спека. Ну ты не попросил ни тебя чего поменять? Ну да, себе? Да, нет, а мне все равно. Че? Тем более, я думаю, тебе на ретрик отсюда сейчас ничего не надо с наших рейдов. Вообще ниоткуда ничего не надо. Ну видишь, на хила понадобилось. Ну да, да. Это смешная меня на холипала на самом деле. Да, это типа в РПК ты такой накинил, и она все тик-тик-тик-тик-тик хилит всех. Ей можно найти применение, особенно когда рейд страдает от недохила. Где ты видишь то, что другие хилы прям жестко вообще слакают. Можно ее одеть на самом деле. На втором БТ одену. Чё будет тикать. Не, ну босс, да, вот, блять, вот этот именно, вот когда человек лагает, вылетает, вы же, конечно, извините, если там у вас реально лагает, я начинаю там преждевременно вас хуесосить. Ну, опять же, это просто... Там мы идем в ХМ-ку. А если, короче, они вылетают, то как бы они-то тебя не услышат, поэтому ничего страшного. Ну, Ваниль молчал, я, в принципе, подозревал, что он вылетел, да, он так молчал, может, он просто так затихарился технично. Хороший актер, блядь. Ладно, Ваниль, я знаю, что ты не пиздобол, но... Ладно, сорян, если что. Какой шмот? 284-й? Да, на обспек ему даже. Да отдай ему за так, он один ролит. Ну, 284-й шмот, вы серьезно, что ли? Тем более, это не тринька, это шмотка обычная. Пускай забирает. Нет, тут за это, за ГП только трини, тут шмот говно. Опа. Ролл. Пиздец. Лут из второго босса. Там групплут был. Вроде как. Барон, куплю за 50к, где ты? Пузли. А ворона-то никакого нет. Зашел вообще с пула. Первый раз в рейд, чувак. И сразу на нахуй. Мало. Беру за 50к, где ты? А он... Охереть. Ты говорил за сотку. За сотку. За две. Торгуйся, торгуйся, он за сотку возьмет, я тебе отвечаю. Так, нам, короче, надо будет потом выходить из инста, я сразу ХС-ка стану, вы потом там трэш без меня убьете, стаки нам не нужны, и это, киньте с ума к боссу, я две минуты отойду. Дайте портал куда-нибудь в город, пожалуйста. А где этот чувак, которому надо квест давать? Что, Ксюха? Вначале выйди. Это над башней наверху сдаешь это. Не, на 20 минут. Блин, ну отдай Насте релку, пускай на этом сменит сложность, я потом подумаю, кого взять. Чё, 20 минут перерыв? Да какой 20? Это Ксюха отошла, дайте мне отойти, в туалет сходите. А, она с второго начала? Снимай меня или кто? А сдавать наверху? Номи наверху, на верхней сети. У вас минута, чтобы выйти с инста, иначе кикну. Матриархат в гильдии. А можно я пока первые два босса на заменке посижу?
ты чё? И третьего тоже. А, до третьего не дойдем, типа, да? Могу, мое ментальное здоровье может дать сбой. Так они простые. Не, сложно смотреть на этих дебилов, которые не могут вынести простейшие, ну, тактики. Это ментальная тренировка. Трапал. Я уже улетел, уже улетел. Все, все проверил. Так. Все, заходим. Да, звоните, пожалуйста. Бля, вот это ОД, короче, которая падает везде. Я с него до сих пор кринжую просто. Просто ОД, типа, вот вам. Прошел хиджал, а держи ОД, короче, что ты купишь себе за него. Только шо, когда уже все есть. Ничего страшного, ничего тут страшного. Ты, блин, истерически на РБК бегал, блин, чтобы хоть что-то заработать. На последний. А-а-а. На офсет, что ли? Угу. Я. Полтора миллиона УД, сейчас, секунду. Куплю-то пятых себе. Да-да. Просто можно все камни, которые есть, ставить с этой хранить с каждыми камнями. Принимаем сумму. Да. Бля, Мортар, я что-то стыдно мало дамажу. Пиздец, у меня 2-6, а я вообще ничего не делаю. Блядь, криво на кнопке. Не знаю, кто это. Он за Морта Сатринька просто дамажит. Да, за него, бля, а потом по нему. Вообще за всех ретриков, которых есть Сатринька, ему дамажит. Нет, там... Много чего можно делать по-другому. Да, балансированная Сатринька, слабенькая. Мне же пушки, блин, хреновые. За это? Надо прочистить. Я боялся подходить, стакать на перефазе, чтобы никого не запутать случайно. Запулили, идем, бьем трэш. Танки есть. Танки есть, хил есть. Идем, бьем. Остальных до самого босса. АФКшник на номер 10. Попытки запускаем? Нет. Нет. Да, я где-то с попыток падаю. Да. Карс, пейте. Откинуть. Что-нибудь. Сейв. Сейв. Я вовремя зашел, да? Можно было не акрить. Я зашел после стана прям. Вот не знаю. Силки, наверное, в хп тут нам надо будет кидывать. Ну, РТД 40 тысяч. Лам. Ну, это без стаков, опять же, ну... Вам... А если платить, под вечной метаморфозой, нет? Не, ну локом понятное дело. Не, у меня просто 26, я могу... Верху сначала... А ты что, квест не взял, Редвард? А я писал объявление, взять квест, когда сбор был. Ты же видел вроде. Был в рейде. О, там еще быстрее пока... заливаем. Правильного просто держим. Это печально. Это печально. Сжигающего. Больше. Больше сжигающего бьем. Что там мидики умирают? Ну заберите гварда, блять. Он станет нахуй. Опа.
Это был лишний баг, блядь. О, ну ты выделся, можно заходить? Да. Да, это жестко. Мама только на улице. Давай сейчас. Я чипсы поставлю после первого. Он возле чипсы. Я тут. Что происходит? Да так. Так, нет, о, назад, рога. Назад, 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 пока назад отойди. Ты очень кстати. Ладно, хилы тут, тут пуль, пуль. Тут импоральный тупо. Пупуль. Пупуль. Там как раз снизу еще ожидающий, его можно идти. Да, нам потом наверх можно не обязательно идти, потом убьем босс. Кто где? Кто где? Сейчас портал, усилки. По два человека будем также стоять, но я расставлю тут метку. Тут уже стоять все время под жопой. Ну, видишь как? Так это эти надо спекнуть танка, который стреляли, ловить будете. Да, я понял, да. В теории ты можешь делать ШП, но. Или хант какой-то. Какой хант можно стрелу ловить? А подробнее можно что сделать? Здесь то же самое, что в обычке, резонанс, сожжение. Не-не-не, я насчет стрелы этой. Стрела вешает дебаф, стакающийся на 20 с лишним секунд. Который вешает вам КД на каждый прожатый спелл по очереди. То есть нажали одну хилку точечно, она ушла в КД. У вас доступна только там другая какая-то. Также под дамажащим спеллом и всем остальным. То есть ее должен один человек дальний ловить. Она летит в дальний таргет. Мы стоим все под жопой. Да, в ХП хилы, РДД. То ватный, 40 тысяч ХП. Я, пожалуй, наверное, тоже скину. Ну вот. Встать по два просто... человека. Дайте мне сразу сумму. Ред это сум с Аргаструбицкого. Да, замену закину какую-то готовность. Так, девочка Холик. Получается, мне надо в ДД. Сейчас, секунду. Отменю сумон, не могу нажать. Лема спек. Еще раз сумон киньте. Три, наверное. Он в самом верху. Так, короче, сначала метки для хилов идут. По два человека, один будет какой-то ДЦ стоять с другим ДД. Сейчас. Так, это первая линия меток будет. Встаньте кто-то в череп. Бежу, бежу. Не смещайся со мной, чтобы рядом быть. О,
Ну, приблизительно так. И оставшиеся метки. Ну, это условно. Вы там можете чуть дальше отойти. В общем, в квадрате будет ДЦ с каким-то одним ДД. Или нет? Давай лучше это будет Эрдру. Вот, да, камушек останется, и Зеры как раз будет максимально много людей доставать. ДЦ засчитан станет. Сейчас, секунду, у меня лоба. Бабло. Это все не в РНЖ опять. Это кринж. Тут. ДЦ станет с девочкой в кресте, я Ачива с чудникой в луне. Штаны ДД разойдитесь, по два встаньте. И лемы, маги, совы, локи, ханты, дальний рендж, порталы себе оставляйте, отпрыгивайте. Разойдитесь по два человека, встаньте. Кроме названных киллов. И один ДД какой-то может встать в квадрат. Это я, это я. Ну, Мортерс туда будет выбегать, короче, с Мелизоны. Ну, рендж 10 себе пропиши. Нет, рендж 8 лучше миликом, чтобы наверняка там найти ренджу. Десятка для РДД. Ну, это когда мы будем по одному стоять учиться. А так милики могут там на стеночки вон туда забегать, на эти, на колонны. Чуть-чуть вон перед лицом, где аффикс, в него кто-то может выбежать. Вы под резонанс жмете там свои ШВ и прочую фигню. Половинки дубовые, прыгаете в мишек. И так далее. Вот, я в звезде тут с кем-то ШП. ШП вообще должен тучку жать. Повтори, пожалуйста, еще раз, куда отпрыгиваем? Для чего? Ханты могут вот сюда назад. Это под резонанс. У нас парадного с нами нет. Он сейчас не найдет места. Ты постреляй, объясни. У меня забаганный Вуду, я только себя одного в РНЖ вижу. Короче. Какая-то херня. А, ну, да, у нас Редвар точно. Так, надо АБС взять. Ты так икайте спать. Да. Может, шкаф? Чтобы он нашел место. Да, вон. Ты на стрелу поставил кого-то? На стрелу. Кто ну, давай знает, попробуем. Кто из РДД знает, что тут делать? Бегать на стреле, как плюс рейд. Че, из РДД? Так это что? Из РДД только ШП может бегать. Только пришешь, он как будет ловить. Створающий. Ну вообще, да, должен ШП. Там можно подбежать будет потом после стрелы назад выбежать и дать ему волониры по очереди. Там какой-то символ ловки надо ставить. Было бы ему давать. А, ну да, у вас же их нету. Доспех не ты вар, пусть вар побегает. Ну давай, Войд, тогда ты побегаешь, пусть. Да. Отходишь, ну, пока мы стоим под боссом, ты стоишь вот тут, где шкаф, возле звезды. И бегаешь влево-вправо. Как только он тебя выбирает в таргет стрелу кинуть, ты сразу смещаешься метров на 15 минимум. Там радиус хлопка, который навешивает дебаф, нормальный такой. То есть, грубо говоря, ты от звезды должен добежать за печеньку вот так где-то. То есть ты сразу прям бежишь, следишь за его таргетом, как он на тебя меняет. Да, да, но она именно в таргет летит так же, да. В одного, но в дальнего. То есть, если ты будешь близко стоять к кемпу под жопы, которые, они будут дебафом. Да, и смотри, когда идет каст сожжения, вот этот длинный, когда под тобой красный кружочек появляется, желтый, ты должен нажать все свои сейвы. Ну, как все, которые тебя задефуют урон твой. ШВ это у тебя единственный сейв максимальный. То есть ты его должен оставить там на последний момент какой-то, если нет других сейвов. Ну, сгорающая, да-да-да. То есть... Да-да, ты должен назвать сейвы свои. И, короче, когда вот это сгорающее, там его надо оверхилить побольше. Да-да-да. Хорошо просаживать. Так, дайте мне брюли дотыкать. Рассказывал мне, как ставил. Надо же под вас остановить.
Да, я стою в звезде там с каким-то магом, по-моему. Бля, я вообще один. Тоник, постойте со мной. Ну, да, скажи, да, кому встать, там все вместе нашу. Я вот застар. Не знаю, я, наверное, очень далеко. Ханты могут уйти, Локи на дальний рейндж могут уйти порталами. Я портал. Они и должны идти. Ну и все, значит, ты стоишь один, уступаешь место кому-то умеет. Короче, я стою с шипета, да, вот тут. Макси, там место найди, если стоит только подвое, не больше. Есть свободное место в черепе, я один стою. Вставал. Давай. Сейчас, секунду, добрый день, я потерял. Нихуя себе, мне так теряться просто. Ты это... Блять. А у тебя шпилька, не? Или ты так вытаскиваешь? Шпилька. Что я за шпилькой теряю, короче, брюли, меняю пару шмоток, не забываю, типа, в каких, а потом начинаю 40 шмоток просматривать просто. Я просто не вытащу. Так, усилки в хп вкинули. А, я вскинул. Ладно, я выживу так, я нажму сейф, я еще отбегу, у меня блинк есть. Почему я вас не вижу в рейнже, это, конечно, заебись. Сейчас я релоуд быстро напишу. Сорян. Рыба была там, да, у вас? Там Винсент спрашивает, где он. На дальнем рейнже с заметками отпрыгиваешь. С хантами можете договориться. Давай я, Алан, вас назначу. Винстон, ты с левой стороны. Тексти посередине. Вайлднес с правой стороны. Вот тут отпрыгивает. Твой левый угол. Тексти посередине. Вайлднес справа. Я вроде раньше наладился. Все наладилось. Вот вас купим. На основном. Даю чек на пол. Тотем очищения. И диспел надо. Миликов, РДД. Третью пати сразу. Барон, ты свою пати диспелишь, если чё. А чего, я напомню, яды эти, яд, да? Яд, да. Угу, хорошо. Ачивочка, можешь помочь ему. И с миликами. Также. Сначала миликов, а потом помогаешь. Ну, друг другу, короче. Хан что-то не понимает. Чего не понимаю? Он сегодня целый день нихуя не понимает. Блять, чтобы по одному они отпрыгнули, он не поймет, как место встать. Я назначил сейчас. Ты с левой стороны, тексти посередине, важно с правой стороны у стеночки. Все. Твой рендж дальний. А что пишешь, я разберусь, и я не понимаю. Ты определись, пожалуйста, не тролль меня. Со мной не стоит этим заниматься. Да нет, сейчас наверное. Сейчас один стак объем. Да, кстати, мы с одним стаком хуэр. Серьезно? Да, один стак. Ну 5%, ладно. Упоровку, блядь. Не, я думаю, без стаков лучше попробовать, нет? Мы уже убивали это все. Да. У меня что-то комбат или че? Кстати, это реально как вариант, слушай. Да нет, это что-то, блядь, какую-то каждую неделю. Ладно, давай еще один чек, да?